Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в одной из столичных страховых компаний поддельные документы о наступлении страховых случаев по факту якобы произошедших дорожно-транспортных происшествий. В целях конспирации для перечисления страховых возмещений указывались расчетные счета подставных лиц, которых подозреваемые подыскивали заранее. Полученные денежные средства обналичивались и распределялись между фигурантами. Благодаря информации, предоставленной сотрудниками службы безопасности страховой компании, в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Волгоградской области полицейские при содействии Росгвардии задержали предполагаемого организатора и 5 активных участников группы. Следственными органами полиции возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лидеру группы избрано меры пресечения в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению 100 аналогичных эпизодов мошеннических действий. По предварительным данным, общая сумма ущерба может превышать 30 миллионов рублей. Проведено 20 обысков по местам фактического проживания подозреваемых и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, поддельные печати, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.